что, как обещал, приехали в Мадина Джуманира. Сук — это выставка достижений китайских товаров, рыночек такой. Здесь есть что-то такое, скажем так, натуральное, то, что делается здесь, все остальное в основном, ну, не самые интересные туристические товары и достаточно высоким ценам, но, в принципе, здесь можно побродить, здесь красивая архитектура, здесь все сделано в таком национальном стиле. Приятное местечко для прогулок, ну и плюс цель поездки – зайти в ТОДА, театр интерактива, диджитала. Я сюда заехал посмотреть на волшебника изумрудного города. Он здесь идет порядка 2 недель. Все остальное время здесь происходит, на самом деле, много разных событий. Здесь есть джаз, здесь есть лекции, здесь есть... Приходят какие-то такие же диджитальные выставки, типа Ван Гога. Ну, Ван Гог в Москве, к примеру, был. Вот. Поэтому я на него не пошел, я его видел. Поэтому просто покажу картинки. Смотрим, понравится, нет. Цена билета 110 дирхам. 110 дирхам на 26. 2600 плюс 20. 2900 примерно. В среднем. Ну и плюс кофе. Пойдемте смотреть. One-man-show, только для меня. So it's possible to touch it, yes?
через канальчик, через который не переплыть. Там как раз-таки находятся отели Минасалам, прекраснейший отель. В ту сторону, если пройти, это уже Бурж-Аль-Араб. И это первая линия, где стоят дворцы. Они на карте так и обозначены. Дворцы шейхов. Ну что, я вам сэкономил только что 3000 рублей. Вот. Для детей это было бы забавное зрелище, наверное. С учетом того, что можно сидеть, вертеться. Звук прекрасный, картинка прекрасная. Хотя зал не приспособлен. То есть вот эта вот картинка 360 градусов, ну, наверное, для детей зашло бы. Взрослым нет, не тратьте ни время, ни деньги. Кстати говоря, но этот зал чем хорош? Там, в принципе, проходят различные концерты. То есть Ladies Jazz, к примеру, по пятницам, может быть, стоит сходить, потому что джаз я люблю, живой голос и хороший звук. Поэтому, может быть, как идея. Надо попробовать. Сейчас я решил совершить ошибку и решил прогуляться. До дома 6 километров. На улице плюс 30. Не жарко, прохладненько, но я без очков. Ладно, будет жарко, я такси вызову. Потому что сейчас посмотрю, стоило ли это того. Да. Что еще? Сказка как сказка. Сказка Баума. Как она была написана американским сказочником, писателем. Все мы знаем, не как Wizard of Oz. Не знаю, как с американского переводится, с английского. У нас это «Волшебник изумрудного города». У нас немножко другое, переиначено. Нет, в 30-х годах все это писалось. Знаете, вот, допустим, «Волшебник изумрудного города» переиначено с американской сказки. «Буратино» списано с «Пиноккио». Ну, какие-то моменты немножко меняются. В принципе, основная идея остается все той же. Ой, я вижу дорогу впереди. Я совершил ошибку. Ладно. Сейчас прогуляюсь, решим. Вот. Так что про сказки рассказывать больше вам не буду. Про Бабу-Ягу я вам рассказывал. Про Пиноккио и Элис Гудвином рассказывать не буду. Ну, хотя наша сказка приятная, особенно ее мульт с этой музыкой. Мы в город изумрудно идем дорогой трудной. Забавно, конечно. Что касается самого торгового центра, ну, забавный, продается все то, что продается везде. Цены не смотрел, неинтересно было. Там вдоль набережной, вот вдоль этого канала рукотворного, есть несколько прекрасных ресторанчиков. Ресторан бельгийского пива, к примеру, если кто-то вдруг захотел бельгийского пива. Выбор хороший, посмотрел по меню. Там находится Фоли. Фоли – это один из ресторанов, который в 23-м году получил Мишлен. О нем очень хорошие отзывы. Соответственно, вот еще один из вариантов. Можно прогуляться. Ну, вообще, такое место прогулочное. Здесь есть общественный транспорт, ну, помимо метро, здесь вот есть автобусики, на которых можно добираться. Евгений тут как-то вам показывал. Это такая штучка прекрасная, открывающаяся, внутри кондиционированная полностью. Там можно переждать жару 50-градусную. Вот тут вот вертолетики летают, которые шейхи используют вместо такси, вместо машин. Вот туда я должен дойти. Если вы видите этот сюжет, я дошел. Вот по правую руку от меня дворец шейха Нараяна. И тут же автобусная остановка есть, если что, вдруг кому надо. Закончились дворцы. И вот маленький пляжик Аль-Суфу. Помните, я его показывал? В основном там вообще ничего нет. Ни переодевалок, ни души, ни туалетов. Но народ туда ездит, любит его. Добраться можно либо на трамвае, либо на такси. Вот, с видом на пальму, кому нравится. Или на вот тот маленький частный остров.
Я думаю, было бы разумнее для меня сейчас уже заканчивать прогулку. И либо я сейчас увижу впереди такси. Если не увижу такси, где-то недалеко уже трамвай. Поэтому два варианта. Такси недорого. А это предупреждение о штрафах. Если вдруг остановитесь на путях трамвая, у вас штраф будет 30 тысяч дирхам и лишение водительского удостоверения. 30 тысяч дирхамов, если переводить на российские рубли, это 750 тысяч рублей. Думаете, это кого-то останавливает? Нет. Те, которые не знают, это периодически бывают. И вот возле нашего дома есть местечко, где все нарушают обычно, да. Сейчас дорогу перехожу с движением. Там даже полицейский стоит и гоняет этих товарищей. То есть здесь важно предупредить, а не наказать. Поэтому полицейские там этим как раз-таки и занимаются, чтобы не стояли и не мешали общественным транспорту. Назову влог «История Бенджамина Баттона» или о том, как оказаться по собственной инициативе, по собственному желанию на детском мультфильме. Смотрели кто-нибудь «История Бенджамина Баттона»? Он у меня относится тоже к одному из прекраснейших фильмов. Умных, красивых, с прекрасным актерским составом. Посмотрите. Что мне осталось чуть-чуть идти, я все-таки решил дойти до трамвая. Ой, вообще, что-то с памятью моей стало, как говорится. То, что было не со мной, помню. Тут вспомнил Бенджамина Баттона неожиданно. Не знаю, если не смотрели, посмотрите. Почитайте просто, к примеру, какой-нибудь там кинообзор, насколько вам нравится, может это понравиться. Рекомендую по красивому, классному сюжету и красивой игре актеров. А есть еще один фильм. Он тоже неожиданно всплыл. Это «Век Адалин» с Блейк Лайвли. Он просто красивый. Я тоже советую. Смысл примерно тот же самый. Ну, только там нет обратного отсчета, а там человек замер во времени. Помните, у нас был фильм с Гурченко? Что такое, я сходу не вспоминаю ничего. Ладно, не буду останавливать съемку. «Средства Макрополоса», вот. Прекрасный мюзикл. В моем понимании, это советский мюзикл. Ну так вот, «Век Адалин» примерно о том же. И вообще, Блейк Лайвли тоже стоит посмотреть. Один из ее фильмов «Простая просьба», «Simple Favor». Это криминальная история. Посмотрите, если нравится. Это к слову о том, какие фильмы мне нравятся и что стоит посмотреть и получить удовольствие от этого. А вон уже и трамвайчики. Значит, я скоро буду дома. Морда горит красная. Ровно час и 6500 шагов. Я не знаю, сколько это километров получилось, потому что я не прошел. Я прошел 2/3, наверное. Все, я свою норму выполнил. О, жарко.